Всем привет! Итак, с вами Некромас. Вы опять в гостях у меня на кухне. И сегодня мы с вами будем делать пиццу по заказу моего очень хорошего друга геймер Ямато. И этот видео посвящается ему и его семье в честь того, что он собрал больше уже 1000 подписчиков и активировал монетизацию. Вот по этому поводу мы делаем праздник, и я ему как в подарок виртуально вот делаю эту пиццу. В общем, когда я не имею времени или мне лень просто делать пиццу так самому, то я пользуюсь, вот у нас продается вот такие специальные смеси для, значит, теста. Там просто докладываешь, что надо, вымешиваешь, и все, и имеешь основу для пиццы печь. Ну, а мы сейчас будем с вами делать настоящую пиццу, то есть будем делать все сами. И эта пицца у нас будет немножко, ну, такая не совсем, как говорится, оригинальная, с моими интерпретациями. И это будет пицца из серии белых пицц, как в Италии называют, то есть есть белые и красные пиццы. Белые пиццы — это все пиццы с сыром, потому что там не используется томатный соус. Просто у меня организм не дружит с томатным соусом, и поэтому я, если делаю пиццы, обычно делаю без томатов, без томатного соуса. Что же нам понадобится для пиццы? Мука, конечно же, творог, сыр моцарелла, такой вот сыр, я, правда, не достал сыр рикотта, поэтому тоже такое, как бы, получается изменение. И потом лук, болгарский перец, сухие дрожжи и... Это самое, и огурцы маринованные, и масло. Также приправы и сахар. Ну и вот, как видите, мы активируем сейчас дрожжи. То есть вместе с сахаром мы заливаем, значит, теплой водой и хорошо вымешиваем. После этого мы ставим это все на 10 минут теплое место. Ну и вот, видите, наши дрожжи активировались. Вот видите, какая большая пенка. И сейчас мы будем тут закладывать все продукты для теста. Для теста, запомните, надо брать жидкость, то есть воду, допустим, с сочетанием 1:2, то есть если одна часть воды, жидкости, да, то к ней примерно 2 части муки или даже 2,5. Ну, у нас будет 400 грамм муки, значит, примерно 200 грамм воды. Ну и вот, как видите, мы все уже положили. И сейчас будем месить тесто. Сначала будем ложечкой, а потом уже начнем руками. Ну и вот, мы вымесили тесто, видите, вот. Я из него сделал такую немножко лепешечку. И теперь мы ставим на 2 часа в теплое место, чтобы тесто поднялось. Иногда хватает всего часа. Но я буду ставить примерно на 2 часа. Ну вот, как поднялось наше тесто. И сейчас я покажу, мы будем формировать саму основу пиццы. На специальной форме для пиццы. И вот я вот делаю вот так вот руками от центра к краям. И вот так она у меня расходится по всей форме.
Ну и вот, как видите, вот вся форма заполнена. Сейчас будем выкладывать начинку. Вот, первый слой у нас идет творог с маринованным огурцом размешанный. И надо смотреть, я тут немножко в местах ошибся. Ну, у всех бывает. В общем, не должно доходить, начинка не должна доходить до края. Везде надо вот такие бортики вставлять. Ну, это был первый. Так, второй слой у нас идет зажаренный с луком, поджаренный такой до мягкости болгарский перец. Ну и вот, готовый наш результат. Видите, какая получилась у нас птица. Пицца, не птица. В общем, только тут из-за технических, значит, неполадков не снялись два кусочка видео, то есть третий слой у нас шел сыр, который должен быть твердый. Ну, у меня, потому что другого не было, это было типа голландского сыра. И самый верхний слой — это моцарелла. Ну, вот такое у нас сегодня праздничное блюдо. Пицца такая, вегетарская. Ну, вам хорошего настроения, хорошего аппетита. И встретимся в других видео. Пока-пока.